Когда только начинаешь заниматься спортом, стоит начать с упражнений во дворе. Дворовый спорт может подготовить организм к более серьезным нагрузкам, что пойдет только на пользу. К тому же заниматься на воздухе приятнее, чем в спортзале. В городе Видное много любителей подвигаться, будь то упражнения на турниках или соревнования по футболу. Вопрос только в том, в каких условиях проходят эти спортивные занятия. С сентября 2012 года народная дружина реализует на территории Ленинского района проект «Дворовый тренер». В рамках проекта проводятся специальные мероприятия разного уровня. Как здорово, что молодежь занимается спортом, а помогают им в этом тренеры. Но реализуя проект, его организаторы столкнулись с тем, что не все площадки в городском поселении Видное выглядят так, как хотелось бы. Площадка на ПЛК 70 очень востребована. Здесь тренируются и малыши, и взрослые. В частности, повышает спортивное мастерство любительский клуб «Вега». Но соответствует ли состояние площадки необходимым нормам? Здесь постоянно ворота разваливаются, и мячи постоянно вылетают вот через эти разломанные сетки. Там был поломан, его и приделали. Еще краска постоянно сыпется. Ну, забор что-то сменили новый, по крайней мере. Просто он уже тут весь старый, да, ворота поставили. Тут вместо асфальта сюда лучше бы, не знаю, там какую-нибудь траву поставили. Жители Расторгуевской части города тоже хотели бы заниматься спортом. Если привести в порядок спортивную площадку на улице Ольгинская, дом 1, то она будет пользоваться спросом, ведь поблизости больше нет подобных мест. Тут играешь в футбол, когда вот падает все, падает. В хоккей тут играют, ворота плохо стоят. Состояние плохое, конечно, надо сделать, переделать. Так что вот просим, чтобы сделали. Оказывается, на Петровском проезде тоже много любителей поиграть в баскетбол и волейбол. Это стало понятно после того, как там появилась специальная площадка. Правда, со временем ее состояние ухудшилось. И сейчас появившиеся бугры на покрытии свели на нет все спортивные занятия. Ребята из 6-го микрорайона, которые уделяют много времени футболу, просят сделать резиновое покрытие, ведь играть на нем гораздо удобнее и безопаснее. Хорошая детская площадка на улице Советской возле дома 25. Правда, ее можно было бы сделать со спортивным уклоном, установив турниковый комплекс. К тому же место для этого там есть. Я люблю заниматься спортом, хотел, чтобы здесь еще поставили тюники. Вот так обстоит дело с состоянием площадок на деле. А вот на бумагах все по-другому. В официальном ответе городские власти говорят о том, что площадки уже приведены в порядок. Лариса Вольнова и я, Дамия, Евгений Садовский, Видное ТВ.